Показ «Шанель» — это действительно настоящее шоу. Карл Лагерфельд умеет впечатлять декорациями. Площадка для показа, как обычно, стал Гранд-Пале. На этот раз под куполом дворца была сооружена Эйфелевая башня в миниатюре. Среди гостей, конечно, была муза-дизайнер Кристен Стюарт. Правда, модные редакторы не оценили наряд актрисы. В таком комбинезоне с пайетками, как они сказали, сутулиться нельзя. Другие американские звезды в Париже больше понравились модным критикам. Это Кэти Перри, Джулиан Мур, Тильда Свинтон, Фаррелл Уильямс, София Коппола и многие другие известные люди. Все они, конечно, были в нарядах от «Шанель». Вчера прошел еще один не менее важный показ. Дом Dior представил новую коллекцию. Количество звезд, которые приехали оценить творение культового парижского бренда, как всегда, зашкаливало. Американская модель Карли Клосс на этот раз приехала на показ в качестве гостя, и на подиум так и не вышла. Не могли пропустить такое событие и лица бренда. Актер Роберт Паттинсон и оскароносная актриса и любимица многих дизайнеров Дженнифер Лоуренс. Внимание всех репортеров и фотографов привлекла и Селин Дион, которая вернулась к светской жизни после тяжелого периода. Полгода назад она потеряла мужа и брата. Я люблю моду, всю жизнь любила. Это часть моей работы. Ведь я певица, я выступаю на сцене, и мне надо выглядеть хорошо. Поэтому мне интересно посмотреть, что сегодня покажут на подиуме. Можно не сомневаться, что через полгода платье из новой коллекции Dior украсит не только Селин Дион, но и других певиц и актрис на главных красных дорожках. Теперь о новостях кино. Еще несколько месяцев назад стало известно, что у «Настоящего детектива» все-таки может появиться третий сезон. И вот теперь сообщается, что HBO уже предварительно определились с кандидатом на главную роль. Создатели «Настоящего детектива» ведут переговоры с Махершалой Али, который моментально взлетел на вершину киноолимпа благодаря роли в оскароносном «Лунном свете». Переговоры, как сообщают источники, пока далеки от завершения, однако HBO не теряет надежду все-таки вернуть «Настоящего детектива» в эфир. 1 июля Лив Тайлер исполнил 40 лет, но фотографиями с праздника актриса поделилась только сейчас. Свой юбилей актриса отметила на природе, собрав самых близких людей – жениха Дэйва Гарднера, детей и друзей, в числе которых были модель Кейт Мосс и бывшая жена Джуда Ло, актриса Сэдди Фрост. Гости поставили палатки, ходили босиком по траве, играли в мяч, пускали мыльные пузыри, прыгали на батуте, одним словом, веселились, как дети.